Я приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Tomb Raider. Год выпуска у нас 2013. Идем. Только что мы подали сигнал SOS. На него ответили, прилетели, умерли. Вот такая краткая история была. Да. Жалко, конечно. Но зато... Зато... Мы теперь будем их всех гасить. Никто не уйдет. Так, сюда! Что мне надо? Мне надо... На! На! Так. Вот так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот, ну наконец-то. Так, выпустить. Так. Средняя кнопка, чтобы выпустить комету. Ага, вот так вот. Все и делается. Да. Конечно, метка. Путь наверх. Так. Путь наверх. Давай сначала соберем. Чтоб нам не пустыми-то ходить. Путь наверх. Так, этого у нас все полно всего. И йо-хоу! Так, получили комету. Ой, как мы долго этого ждали, кто бы знал. Кто бы знал. Я хочу только до гробницы добраться теперь, до одной. Ну, вообще-то... Так. Гробница, где у нас? Так, мы здесь. Лагерь открыт. Угу. Так, если мы, так мы сюда, так это документ, гробница, вот. Меня интересует головоломка, которая меня там может ожидать. Я же сказал. Так. Ага, понятно. О, так я еще и должен быстренько это все делать, так, понятно. Стой. Какая прелесть. Кто-то взял. Так, надо приноровиться мне. Подождите. Где-то что-то должен. Нажмите, чтобы взять. Так. Вот так. Что мы видим? Надо дергать. Я так понимаю. Дергать. И что это нам дало? Что у нас здесь? Понятно. Ну давай, прыгай. Вот так. Так. Все. Хорошее место, чтобы зацепиться. Конечно.
А. Вот так. Так, перелезли. Пойдем, пойдем. Выдернуть, выдернуть. Ой, ой. Наконец-то. Но это опять же надо опять со всем этим снаряжением с первого тура там все проходить, чтобы собрать все. Мне это не надо. Мне надо квесты. Как я рада, что ты на ногах. Я тоже, девочка. Не понимаю, все было в порядке, и вдруг налетела буря. Просто ниоткуда. Ты ни в чем не виновата. Это я их вызвала, Рот. Эй. Так. И... о! Вот. Прошу заметить. Это как раз, по-моему, там, где мне надо. Вот. Сюда мне теперь надо обратно пройти и потом вот сюда вот уйти. Мысль-то неплохая. Так, что мне надо сделать-то? Чувство вины, помогите капитану Джепсону. Помочь — это не проблема. No problem. Поможем, чем сможем. Так. Здесь вроде чисто. Нет, наверху мы никого не найдем. Ты прав, но у нас приказ. Я спущусь вниз к остальным, а ты следи за развалинами. Помог. Так, тебе хватит помощи? Один-то уже слинял. Все, нету его. Сдулся. Кто-нибудь на связи? Рот. Я здесь, Рейс. Что я на связи. Мы шли по чьим-то следам и добрались до города. Рот, это странное место. Чем они здесь занимаются? Не знаю. Так. Да и знать не хочу. Вы нашли Сэмми и вот... А, это применяли в японском траволечении. Канпо. Канпо. Похоже, пузырек не открывали уже много кенпо. Лет. Кенпо это вообще, по-моему, боевое искусство. Так. Посмотрите, что получить скрытую информацию. Хорошо, мы ее смотрим. Наверное, это грибы майтаки. Они так укрепляют. Укрепляют и укрепляют. Пока нет. Лара, с тобой? Да. Скоро мы начнем спускаться с горы, чтобы встретиться с вами. Ладно, мы попробуем подойти ближе. Будь на связи. Ага. Так. Так, так, так. Вот это, наверное, тоже. Нет. Блин, еще какая-то модификация должна произойти. Вы запарили. Так, а как мне туда попасть обратно? Вон лесенку уже вижу. Ну, перевернутая, конечно, немного. Ну, что ж теперь? Или что, только телепорт не поможет. Собрана винтовка. Так, в доме я не могу ее взять, потому что мне чего-то не хватает, чтобы разломать эту колючую проволоку. Я так понимаю. Или что? Или есть другой какой-то вариант?
Ну, я его, по крайней мере, не вижу. Скорее всего, так и должно быть, что что-то надо развить, чтобы потом... Прыжок, что ли? А куда прыгать? Пожар, обломки самолета. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ож. Ладно, давайте посмотрим. О, это-то в легкую. Смотрите, и... Оп, и подожгли. Так. Кстати, это... Это что? Это для того, чтобы прыгнуть или нет? Так, куда мы? Все, видим. Сюда, сюда, сюда. Так. Вот так. Что мы тут? Вот. Понятно, так. И вот теперь... Вот так. Загадка разрешилась. Так. А, заяц. Я прибью тебя, заяц. Так. Подождем на всякий случай. Так, меня интересует, где. Так. Позади. Сигнал. Сигнал. Да подожди ты со своим сигналом. Где ты? Где ты? Где-то тут должен быть. Вот я прям на нем стою, такое чувство. Так, ну-ка, если на крыше его нет. Вот близко нет. Вот он. Тайник. Так, если мы сюда спустимся. Но нам пока туда и не надо, или надо. Чувство вины. Помогите капитану Джей, доберитесь до сигнального огня. А, до сигнального огня. Вот. Вот это уже. А я что-то не прочитал сразу. Ладно, до сигнального огня. Так. Давай. Опаньки. Вперед. Вперед, мы верно не помним. Вот так вот. Так, 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 так. Опа. Ну нет, опа. И опа. И еще раз. Так.
Вот здесь, а вот. Вот, кстати, давайте подождем ему теперь. В прошлый раз не могли, но сейчас-то мы можем. А я туда-сюда что-то бегал. Думал, как сделать. А вот так вот и сделаю. Так. Давай. Гробница рядом. Вот я в гробницу вхожу. Огонь. У меня сам теперь огонь. О, шутка юмора. Баба, огонь. Давай. И только в кожаных штанах. На высоких каблуках. Кто тут есть? Опасность есть? Должна же быть. Угу. Собрана винтовка. Так. Что еще тут есть? Давай, проходи, дамочка. Вот так. Нужно туда забраться. Не поленились, построили. Так. Опа. Давайте. Так, рекурсивный лук. Модификация оружия, самодельный лук. Так, давай лук. Снаряжение. Лук. Это что такое? Самодельный релиз из брелока для ключей увеличивает скорострельность. Ну, хорошо. Все. Так. Да, еще у нас винтовка, но винтовка же еще вроде не собрана, да? Да, винтовка еще пока не собрана. Ветер. Когда-то это было частью Ямантая. Было. Так, мне это надо крутить. Так, это что? Так, сначала надо закрыть этот ветер. Так, ветер закрыли. Я надеюсь, это не на скорость. Понятно. Так. Давай. И сейчас поедем. Готовься, девочка. Так, я что-то не понял. Ну все, значит, я правильно делаю.
Надо быть просто быстрее. А прыгать надо в наивысшей точке. Секрет. Сомневаюсь, что это должно быть сложно. Закрыли. Надо было все рассчитать. Все рассчитано было. Может, чем-то закрыть еще надо? Ну вот, почти же получилось. Если я не могу на ней, как на качелях. Так. Вот, кстати. Вот этот крэш, он ближе будет. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем с края, который ближе. Перебор. Ой-ой-ой. Вот смотрите, почти. Почти. Значит, мысль верная. Ага. А остальное все это просто обман. Так. Если не получится сейчас, то я на паузу сделаю, чтобы вас не мучить
Ну именно так я сейчас буду пытаться залезть. Почему не хватило? Что случилось? Итак, немного сделал по-другому. Я зацепился сзади, и когда эта штука понеслась, просто перебежал. Не надо было на ней стоять. Надо было просто висеть на ней сзади. Ну давай, вот так вот. Вперед так. Вперед так. Инстинкт. Самосохранение. Красиво. Может, это была часть большого комплекса? Может быть. Сейчас это часть команды, часть корабля. Так. Что у нас здесь есть хорошего? Только сундук. Давай. Как там у меня? Что мы? Взять. Ух ты. Показывай. И опять не показали. Гробница зал Вознесения пройдена. Так, ладно. Отсюда нет короткого пути, да? Ладно. Координаты секретов. Так, мне отсюда спуститься теперь. Опаньки. Вот так вот я залез. Вот за сюда зацепился, и когда мы понеслись, правда, меня вот это бревно сначала сбивало. Вот сюда вот с краешку вот так вот зацепился. Потом, когда подлетело, уже спокойненько запрыгнул. И вперед. Так. Ветер одежду рвет, ураган пускай ревет. Я по твоим соскучился губам. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман. Давай ползи, ведь ты моя судьба. Там еще где-то одинокий бегает, который это ушел-то от этих двоих. Совсем один, не убитый. Ему должно быть очень одиноко. Давай, шевели батонами. Так, так, так. И... вот так. Вот так мы идем к сигналу. Да. Вот так. Так, я что-то где-то лоханулся, что ли? Так, как мне туда попасть? А, вот. Нет, мы не лоханулись. Мы не лоханулись. Мы просто маленько не так все сделали. Ну да, это и не важно. Так. Ух ты. Это случайность. Или что? Или случайность и не случайно. Так, а мы отсюда можем вообще сейчас выбраться вот так вот? Так. Вот от, вот откуда мы так должны ехать? Ну, и нет. Нет, нет, нет. Ну ладно, пойдемте. Просто хотел зажечь. Я хотел зажечь. Вот так.
веревки-то исчезают. По идее, веревка-то одна, она. Ну да. Там еще яйца, разорение гнезд у нас наличествует. Гробница, иллюзия, разоритель гнезд. Ну, это так уже для очков. Пришло время покинуть этот проклятый остров. Довольно с меня Яматая. Трудно объяснить словами природу власти императрицы Солнца, но она явно не от нашего мира. Все мои намерения были известны императрице с той минуты, как только моя нога ступила на ее землю. Она манипулировала мной, играла со мной. Она уже все знала. Если мне не суждено выбраться отсюда, я должен хотя бы предупредить своего господина. Ему необходимо любой ценой избегать Яматая. Если нам потребуется пройти здешними морскими путями, следует соглашаться на любую объявленную пошлину. Но ни в коем случае не идти против императрицы Солнца. Это приведет лишь к гибели. О другом виденном здесь. Об этих мрачных кошмарах. Хороший дневник. Все интереснее и интереснее с каждым разом. Так. Туда я уже не очень-то уже и стремлюсь. Поэтому потом отсюда сюда куда-нибудь, так, понятно. Надо туда добраться. Да в легкую. Готово? Вот так. Там, смотри, как столб-то шатался. У меня такое чувство, что его вырвет. А, вот. О чем я тебе и говорил. Страшная ты бабенка. Давай сейчас киркой надо будет работать. И кирка. Вот так. Молодец, только у тебя почему-то с одной, но надо с двумя хотя бы. Ну ладно. Где он? Где он? Где он? Это я спрашиваю, где он? А ты должна отвечать. Где-то здесь. Ну, пойдем. Вон он. Ромбик горит. Пойдем. Ой-ой-ой-ой. Так, что такое? Эй, Лара, Рот рассказал про самолет. Не волнуйся, найдем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ага. Ты ужасно лжец, Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Давай, адьос. Опять тебя не видел. Так. Идем, 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 что мы видим? Что у нас здесь? Опыт. Детальки. Так, я куда-то иду. Ага, тут вот круговая она. С этой стороны что? Какой-нибудь зверь есть? А зверя нет. Ну что ж, но нет и сюда нет. Идем выручать этого бедолагу. Эти развалины еще до курганного периода. Кстати, за крысу мы сколько получил опыта? 15-ку получили. Ничего себе. Вот тебе и крыса. Паломничество. Давай. Что-то тебе по старинам всяким носят. Императрица Пимика. Она самая. Невероятно. Но. Капитан Джессоп.
Что-то он не подсвечивается. Так должно быть. Дохлый, что ли? Что мы здесь видим? Тайник нет. Тайника нет. Боже мой! Так. Мост. Ты доставила мне слишком под ударом. Много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. А вот хрен тебе, никогда не знаешь, на что я способен. Так, что, они меня схватили? Они здесь. А вот они. Пришли. Демоны. Тех, кого они называли. Хотя это, наверное, просто люди. Не более. Давайте глянем им в лица. Так. Приятного аппетита. Кто ел? Я? О. А я-то почему так подвешен? О, правду говорю. Как-то не сходится. Вот так. Ну. Ну, как-то маленько не так, конечно. Ну, хоть бы трупов внизу подстелили, хоть сколько там мяса было бы. Господи, это на камне. С такой-то высоты. Спиной. Так полежи маленько, отдохни. Что здесь происходит? Что происходит? Рубят? Едят. Или скармливают кому-то. Так, что мы имеем? Так, пока только один инстинкт. Оружия нет. Так. Это, кстати, смотрите, везде. Императрица, это какой-то типа храма. Давай. Уходим отсюда. Здоровый гад. С такой дубиной-то еще. Ё-моё. Как Халк. Танки ломать только. Какой-то бронебойный надо его пулей бить-то. Гада этого. Чувствую, не справлюсь так. Смотрите, голова, да, отрублена такая. Конечности, ноги, руки. Но он сюда не должен теоретически пролезть. Так что не бойся. О! Фу! Бля! Теперь вонять буду. Кошмар. Так. Что мы имеем? Мы имеем бомбичок, стрелы. Господи, какой ураган поднялся. Ветер, шквал. Ужас, ужас. Что творится? Что творится? Так. Стрелы, все утыкан. Но сомневаюсь, что это делал тот демон. Потому что так только люди могут развлекаться ему, я сомневаюсь, что... Стой так. А вот оно. Надеюсь, не совсем заржавело. Вот и дробовичок, вот они. И штуки эти разбивать. Она где-то здесь. Я слышу звук внизу. Родители сами убьют. Идем отсюда, пока они нас не нашли. Так. Они ищут меня. Конечно. А кого они должны искать? Так. Вперед, вперед, мой верный конь. Так.
Что мы имеем? Много моли. Много моли. Императрица Солнца и ее штурмовые стражи. Давай. Вот, наверное, штурмовые стражи это мощные-то эти. Фимика. Первая императрица Солнца. Это Яматай. Господи. Это Яматай. Мы вообще-то к тебе ехали в гости. 5:43. Это действительно ты? А чё там было, я не понял. Вернее, твои останки. Я бы хотел бы посмотреть на эти останки. Почему там всё с квадратиком? Что за несправедливость? И вот это против я такого дела-то. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Потому что, чтобы она одна была, потому что только женщины, наверное, могут владеть этим. Вот что это? Это тот самый монастырь? Да. Она льет воду. Зачем? Чтобы утихомирить, наверное, силы. А вот и ты, императрица. И там соляная. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Мата! Черт, нет. Ну и ж мать-то. Да. Да. Давай. Вот так вот. Убил. Убил. Так, а что у меня есть? Так, так, так. Дробовик. Вот так. У меня все, оказывается, появилось. Это, я как понимаю, вот с этих мудаков все взял. Что там происходит? Что это такое? Где? Мне бы тоже хотелось бы знать, что это за нахнагель. Какого хрена тут происходит? Пойдем, солнышко. Лагерь. Снаряжение. Итак, что мы здесь? Это. Я даже не знаю. Затвор. Стабилизировать оружие. Уменьшает отдачу. У нас вот от автомата вроде что-то было. Вот кирку мы не можем, она вроде один раз усовершенствуется. Так.
Так, мы оттуда пришли. А, во. Один патрон. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Держись, солнышко. Так. Давай, 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 аккуратненько. И мне еще живой нужно. Потому что идем строго по плану. Не отвлекаемся на мелочи. Давай. Иди. Иди. Давай, 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 давай. О. Господи, ты рискуешь. Ой, ты рисковая баба. Но с другой стороны, у тебя что-то и выхода-то нету. Не могу открыть. Кто такие хранители? Что им нужно? Отрубейте! Как? Почти получилось. Козлина. Никакого честного боя. Я бы тебя поджег, тварь такую. Что у нас здесь есть? Так, у нас здесь есть только лагерь. Выход был прямо под ними. Колокол. Нам нужно сбить колокол. Так, а я откуда? Оттуда зашел. А вы откуда? Вы отсюда спустились. Вот так. Ага, у тебя патронов нет. Давай, давай, давай. Только хоть кого-нибудь вот так вот мальнуть. Колокол подойдет. Да я знаю, что подойдет. Колокол. Только нам нужно не просто колокол, а царь колокол. Ветром сейчас его. И еще разок давай. Ага, в другую подпорку.
вот так вот. Так. Ветер, ветер, ты могуч. Ты теряешь стаи туч. Не понял. Йотунхейм. Я как берсерк. Колоком подойдет. Так. 7 патронов с него взяли. С этого тоже что-то поимели. Теперь вот с этого. Ох ты, еще какой-то лук. Так, а как мне его теперь? Теперь еще как-то надо его. И вот так. И давай. На меня. Теперь сюда. Господи. И меня. Ну что ж теперь поделаешь? Ой-ой-ой. Вот. А мне-то спрятаться надо. Понятно. Так. Говорите с членами команды, Эндрюс нажимаю «Е». Давай. Еще немного. Вот так вот. Не успел. Игра в прыжки. Нажимайте Е, чтобы забрать боеприпасы и запчасти. Обыск. Хорошо. Так. Так, главное не тормозить. Первое, правильно, удачно. Молодец какой. Так, что, что? Где я? Ух ты, я просто упал. Удачно или неудачно? Каков итог? Колючка, щепки. Будем считать, что удачно. Раз, выжил. Весь ссадина. Ну, выжил. Будем считать, что удачно. Фу. Так, теперь бы мне обсушиться у костра. Теперь принес бы чашечку кофе. Ванна у меня тут есть, ладно. Ром. Направляюсь ко дворцу. Всех остальных. Что я? Где это я? Это я. Тоже держи, да. Я тебя догоню, и мы войдем туда. Понятно. Давай. Лезь. Ну вот. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай. Так.
Том Райдер. Ну, я думаю, на сегодня все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующем видео. До свидания.